Там надо бежать, а не на картах. И то он его не убил, а просто, видимо, кацанул. То, что он дверь закрыл, побежал. Да, ведь еще бегать. Блять, добегалась. Тебя убили? Тебя убили? Да. Вот, Валера, это один. Где он? Где он был? О, ребята, хедшоты одни. Меня просто сразу трынь. Ебать, это мы же... Это им. Мы, блядь, нихуя кого мы пошли рейдить. Ну, я не знаю, еще там кто вот бежит, попробуйте сделать попытки. Если не получится, то забиваем нахер. Мы, главное, основного унесли. Подробные, что ли? Да-да-да-да. Да нет, все, пизда, он просто на расстоянии меня вырубил. Да-да-да, не-не, он это... Вот какой-то. Вот. Да, это вот который это там на ящике спал. Да-да, я вертаю назад. Боже. А? Короче, сверта в трех ящиках были ракеты и снишки. Оо, what the fuck? Прицел, глушак и так далее. Разозлились. Понял. Парни, видимо. Так в смысле разозлились? Они с этим софтом и бегают просто. Тогда еще все печальнее. Голая дойду, у меня тут спальник прям. Так а что печальнее? Это им печально. Потому что мы все забрали. Ну да. Я им ящики не расставил. Чтоб они потом нас не пошли ебашиться. Ну, блядь, Саиму стреляться. Не, ну защитить один от одного одиночки мы сможем как-то. В дефе это все по-другому работает, там и ловушки. Ладно, решают, ладно, хорошо, и... хорошо. Не нагоняй. Да, 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 да. Все отлично. Сейчас я с болтом иду. Лорд Бирус. А у нас вышка дочиненная? О, туман проходит. Да, да, я починил. И двери там на месте все. Да. Хорошо. Попал. Он на улице? Ну, на улице, да. Попал. С дома еще стреляет, с болта. Да, его головы не вижу. Угу. А в какой стороне? Озеро. В озеро. Поняла. Так, я залутал себя. Ни хера не вижу в этом тумане. Я тоже. Во-во-во-во-во. Ну... Убегаю, он обходит меня. Попал. Перезаряжаюсь. Ночь. До дома надо идти тогда. И что, я не понимаю. Здрасте, нахуй. А, у них там лестница. Лестницы стоят на крыше. Хорошо, они нас видят под солнцем, а мы против солнца не видим. Это бестолку сейчас стрелят. Угу. Так и что, я не понимаю, их план. Дрочить нас? Нет, либо рейдить. Короче, рейдить будет. Да и рейдить они далековато построили для... Откуда у них, блядь, взрывы? Вот именно. Простите. Да. Либо они делают, сейчас позовут клан КС. Ага. Может, двери на армированные заменишь пока? Это справа работает еще. Справа, да, турели надо там положил. Поставить. И турели, да. Так, иду. Чё там? Гоу летят? Да. Арклад быстро слег? А? Да, он же... Быстро слег? Не особо. Бежит, бежит, голый. Хедшот дал, убил. Красава. Лучший. После меня. У тебя нательника нету, тер. Я знаю, дал мне голову, хуя. Справедливо. А ты эту возьми, слышь, кастрюлю. Так, я на КД пока. Почему? Не, перезаряд, я имею в виду. А, я думал, ты отлетел. Все это восстановил. Yeah. Че, убил? Да, это вуд, блядь. Пет. Ну это fuck you bitch, гребаный. Угу. Который читает, читает. Хедшот. Он минус, адекват. Да, да, да. Угу. Я отомстил за тебя. Красава. Что, Добрыня? А, Добрыня улетел вниз, да? Да, да я в окуляре сидел. За стенкой он умер? Да. Да, 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 да. Ну я его там не залутаю. Адекват живой? Дал хит. Уже нет. Ясно. Там стенку надо взять да поставить ее. Угу. Ну это ты поставишь ближе к ним, если они пойдут в рейд. Они за нее же будут прятаться. Ну, а вот та себя не залутает. Сейчас, подожди, подожди. Я хочу обойти справа. Гора, за видите? Пещеру, типа. Он, ну, я хочу с горы именно, что... Долетит у него, интересно, им до туда? Да, конечно.
Ну вот я хочу это узнать. Вы же меня прикроете, надеюсь? Ну, я вот так думал. Там любую дистанцию можно поставить на нее. Седьмой раз уже на спальнике бонус стою. Дом убегает, пульки стреляет и забегает быстро. Сейчас, все будет. Ты помнишь, тебя долг должен звезд адекват. А? Ты же говорил, он долго убивается. Он мне хэд прописал, 50 кп, блядь. А ты это сразу с собой спальник тащи. Нет, там под фундаментом он меня долго ебаш. А? Ты сразу с собой спальник тащи. Чувствуешь то, что вот все сейчас пизда, нахуй, кидаешь под себя спальник. Угу. Я тебя лучше, блядь, забаню сейчас в КС, блядь. Так, с правого окна я его не вижу. В правом окне его нет. Вот теперь перебежал на правое. Видит меня через стену, что ли? Да, да. Да. Он видит тебя прекрасно. Да-да-да, по мне лупит, ага. Подожди, разлет пошел. Ой, блядь, хэт. Вот это разлет. Умер. Не-не. Опа, бежит сзади. Дал точку. Блядь, не вижу. Блядь, тоже. Но он сзади дома. Он сейчас на вход пойдет. Ой, два хэда, я минус. Я минус. Бегу сейчас, залутать себя. Странно, пули, короче, они летят вниз у него. Просто what the fuck, они передо мной падают, но мне засчиталось два хеда. Да, да, да. У нас получается так, что мы прячемся, и нам прилетает также два раза в голову. Прикиньте, в тяжелой броне адекват, иди за своим луком. И хильс постоянно. Ну да, там полный сет джиггернаута есть. Е-мать, на такое расстояние дать два хеда, серьезно? Че сейчас было? Здрасте. А. А, рекордс. А, он стенку поставил. Я отключу. Блять, хэт мне, сука. Ну я просто вижу, как это все летит, блять, в одну точку, ебать. Ладно. Ему похуй на расстояние будет. Так, ребята, получается, их бомбануло все-таки. Мы зарейдили читаков. На, они горят. Рейдить они не могут. Вот это расстояние, блядь. Может там Бичел сидит, а? Я-то бегу. Оп, полетело. Да, попал. О, пацаны, вы пока его отвлекаете, я сейчас залутаю. 2 хп у него осталось. Нет, не успел, блядь. Это другой, блядь. Пидор, там какой-то хуй в гору поднимает. Вот за, ну, от щитака справа вот эта гора, у него что-то поднимается. Ну где ты есть? Так, все, он тогда сколько убил. По мне, ребят. Ой-ой-ой, тихо. Огонь, все. Ха! Я еще, сука, жив. Ага. Все, и там. Все. Только на внешку не выходит. Угу. Давай, встань, все, сука. Залутал или все умер? Я залутался. Красавчик. Но это было сложно. Встань, сука. Нет! Вы посмотрите, вот где адекват лежит, сколько там его мешочков. Так, пацаны, а без прикола, у нас есть фулл сет тяжелой брони? Есть, был, точно, да, я есть, складывала. Есть. В новом ящике, который без полки. Да он там. Ребят, но ну он уже спереди долбит, алё. Да нет, а он, не, там спрятан, он там стоит. С краю слева, блин. Его просто напросто не видно. Ну, с окна он лупит? Да, да. И с улицы еще один. Нет, он домой забежал с улицы. Это вот эта вот железная хреновина? Угу. Хреновина. А где новый ящик? Какой? Который рядом с угольными. А, штаны так, нашел. Так, и что дальше? Так, ведро там где-то. Там должно быть еще ведро и идти, это броня. Нашел ведро. Надо изучить, Бонни. Нету скрэпов. Как? Нет, нету. Должно быть. А что изучали? Ой-ой-ой, тихо, спокойно. Ребята, он вообще стреляет с переднего окна. Ну, блять, он нам просто-напросто его не видно. Он да, там слева стоит. Было бы видно, мы бы убили. Он под углом стоит, ему же на им похрен как. Хотя попытались бы убить. Чё там с рекордсом? Порешаем вопрос. Нормально, я здесь уже бегаю. Кроме внешних турелей, все. Внешние турели отключаю. Рекордс, выхожу на внешку. Подожди, еще не выходи на внешку. Бля, вот как так пацаны могут играть, и не палиться, и им похуй на все, блядь. И гоняют дальше, блядь. Не знаю, охуенно. Я тебя за всеми отправил уже.
Че, кого? Скажи, как это сделать. Так, сейчас. Сделаешь вид того, что ты рейдишь. Ты рейдер. Я скинул себе гранатомет на выходе. Сука, идет. Вот, бери прямо его в руки и стреляй в окно к ним. Одной ракетой. Я добегу, я знаю. Боня, а у тебя зажигалки изучены? Ты уже добежал. Подожди, не знаю. Может, мы сейчас это... Веселье им в окно напускаем. Бля, ну конечно, я за опору иду. Вы все там наверху? Да, я вижу, куда ты идешь. А у меня хила нету. Он поднялся наверх. Иди сюда, иди сюда, на. На, адекват. Блядь, куда ты попёрся, вот. Да, конечно, я побежал до тебя и скинул. Спасибо, нет. Дал тычку. Как же он медленно передвигается. А что ты хотел-то? На расстоянии такое, чтобы ты точно попал в окно. Типа. Чё? Сложно. Может, стенки? Так ты поближе подойди. Ты далеко очень. Ну, мне пихалыч прилетит, я очкую. Да ничего, у нас же трое тут как-нибудь прикроем. А, и я под опорой. Да. Ладно, я бегу. Сразу, кстати говоря, вылазит. Вот как только ты закидываешь, вообще. Опа! Дал хит. Все, куча плюх прилетела. А кого мне убило-то, Надя, тебя что ли? Нет. Давай. Меня. Тебя убило? Ну, дал хит. Несу трубу обратно. Хилюсь. Давай. Давай. Спасай ее. Спас. Сразу ВХ такое подрубил и сразу вышли. О, внизу не сидели и не чесались. Ай, дитя шлюхи, блять, выродок, обоссы ж ебаный. Я, короче, еще в Твиттере им написал. Абортыш, блять. Это что? Что? Что это было, как будто огнемет полил. Огнемет это. Что, огнемет полил? Отличная идея. Ну, кстати говоря, он в тебя подольше стрелял. А головы были адекватные? Конечно, 4. Бля, нихера себе. Подожди секундочку, у меня тут техническая неполадка. Толстлёв выглядывает. Сука, что ты яйца стрелила? Попал. Я не забрал, ты чё, доклад? Возьми стенку, есть какая-нибудь у нас? Крафч. Так, я отхожу. Вот веселье. Так при чём это? Можно так замутить, типа, ну конечно это опасно. Типа со штурмовыми лестницами, если он дойдёт, вот ещё доклад. Не вижу нихуя в этот квадратик ёбаный. Ну, типа, если он там подожжет, можно лестницами в окно к ним залезть. Они ж не смогут выйти на эту сторону. И чё, мы там все двухстволками их будем ебать? Залезть в окно. Убивать против Фаима. Надо турель ставить у них под окнами. Со шкафом. Да, это просто трата патронов. Они разряжут и все. Да. У них с этим проблемы будут. Да? Mm-hmm. Ты позаботишься об этом? Нет. Но будут. Давай, адекват, ждем тебя. А стенки-то есть? Ты взял адекват? Мне, знаешь, что надо до лэпов, короче, добегать как-то. Ну, так что ты стоишь? Пойдем. Это он идет так. Молится перед смертью. Блять, это жесть. Я за адекватом иду. Вот смотри, сейчас в Вангую дойдете до лэпа, он вылезет сразу. Давай, ты это, я сзади тебя тыщи. На картах иди, может они слышат нас? Да за такое... Тихо, блядь. Да, сука, ползи. Вот ты конченый-то, а. Да вот и так конченый ползи. Опа, нормально. Аккуратно. Адекват, хватит тебя? Подожди. Хватит. С правого бока стреляй. Налево перешел. Ага. Я не могу. Мы слева вообще ничего не видим. Почему ты не можешь? Слева под домом, под домом. Пойдем ближе. Слева под домом? Да. Кусты. Мы не видим. Пи-у-у. Перелет. Блядь, перелет. Понял. Ты что разделся-то? Нивка. Выше. Задамажу. На миллиметр выше. Лупи. Да! Красава, есть. Веселитесь, твари. В левое окно попробуй долбануть. Нет, надо... Он слева стоит как раз. Да-да-да, вот в том и прикол. Адекватно, он сольет сразу, я не вижу. Ладно. К
Гори, сука, гори. Снизу, снизу, снизу. Не видим. Опа. Ну, горит одно окно. Ну вы по это, по трассеру можете. Справа над было. Внизу. Адекват, влупи в этот. В окно еще, в окно, в окно. Понял. Я ползу. Стенку сможешь здесь поставить, адекват. Ой, блядь, и он слева был. А вы что, не там видели, туман, что ли? Там, туман, там он за веб стоит. Так. Так. На нах! Красава. Справа дома, друг. Смотрите, чтоб он слэпа меня не обошел, пожалуйста. Там он слева стены поставил, там один человек должен быть. Да-да. Ой. Ой. Минус рэк. Ну, я ему попал, конечно, но это вуд как раз-таки. Ну да. Спустился, блядь. В смысле, откуда это он выстрелил? Справа. До дома. А, префом. Нам не видно, надо, чтобы он дальше вышел. Так, хилюсь. Рашит меня идет, что ли? Не вижу. Нету, нету пока. Я бы здесь тоже построился бы, блядь. Вместе с турелькой. А слева чё? Слева тихо. Ага, слева вижу. Вот там адекват, именно ты подошел? Нет. В смысле, адекват подошел, если он там? За стенку там. Попал. Блядь, нет, я минус. Ебать. Он, короче, в тебя, короче, дает две в голову, и наши у меня там две. Есть? Я подхожу. Да ладно, серьезно? Да. Жесть. Вот. Адекват, у тебя в руках был гранатомет? Да, он выпал. Отлично. В кого это? Во мне. Убил? Не-не-не. Нормально, ага. Даже не попал. Я ползу. Я ползу максимально тихо. Не, не видно. Думаешь, под домом, что ли? Не, он под стенкой. Понял. Здрасте, ёпты. Натихали, да? Да. Просто 4 хеда в темноту. Где нигерское тело адеквата? Вот в чем вопрос. Все, я болт нашел сам. Перед стеной. Ты прямо, прямо перед стеной? Да. А он доходил до адеквата, ребят? В метрах. Не знаю, сейчас же темно. Наши не видят. Тихо. Рекорд сказал, что был. Нет, все, сразу я минус. Так и чего они ждут? Того, что мы, может, выйдем? Я не так понимаю. Я говорю, да, что они ждут, потому что мы попадем, их, типа, ну, ready. Нет, выйдем из игры, я говорю. Нет, мне кажется, они просто, ну, решили нас задраконить, что, типа, вы нас зарейдили, мы вам не дадим играть. И они будут сидеть здесь и дрочить, чтобы не хотеть ни рейдить, ни фармить, ничего. А я буду херачить здесь с ВХ в ожидании того, чтобы... Не, ну все, ребят, там с калашами, тем более болтовками, вообще не выходим. И про фулл броню забудьте. Да-да-да, я в доме. Я даже выходить не собираюсь. Я буду так же сидеть, да? У меня есть спальник, где ждал. Так. Кстати говоря, из-за того, что у нас много армированных дверей, пойду проверю, что он там хочет. 11 шкаф. Часов еще нормально, значит, там еще. Нет, есть. Шкаф, что хочет по хай-квалити. Mm. Он требует 54 хай-квалити, а здесь лежит 200. Нормально. Так что, мне может это? Смотри, хобана! Убрал. Да, все так же осталось. Шел, они да. Отступают? Я за ними. Он один вроде только бежал. Чё-то у него за спиной там мельчешило большое. Да, похоже на РПГ. Может, они надеялись, что мы пойдем их рейдить, и они отожмут ракеты и это, вот это вот все. То есть на понт взять, типа, идите рейдите нас. Не знаю. Поняли, что здесь ловить нечего, и срыгнули. Они куда, в сторону озера дошли? Да. Так у них там дом на озере. Ну, удачи, Рекордс. Сейчас проверим, как она. Прощай. Так вы же видели, что один убегал. Один убегал. Один именно, не два. Ну, да они вообще просто. Его не видели, блядь. А зачем ты? А? Мне кажется, Рекордсу не хватит. Блядь, сложно будет допрыгнуть очень. По лестнице. Дрозд. Ну так две надо Дрозд. Было, две. Ну, походу, я слишком низко поставил. Давай, Рекордс, ты сможешь. Давай, операция номер два. Ха! Спецназ, суки! Только проблема запрыгнуть в окно. Это мое любимое. Сука. Ты сможешь. Рекордс, твою мать, это рейд! Я же, блядь, тренировался, у меня все получалось нормально. Давай, Рекордс.
года тренировок, Рекордс. Вот Рекордс, вместо того, чтобы заходить. Тихо, все. О, все. О, 1500 дерева, фул броня, 5 бобовок. Так. Спальник, люк открыт. Что, по людям? Пусто. Нижний этаж пустой. Не, только спальники. Разбиваю. Разбей их. И сейчас они такие. А шкафа нет? Шкаф нет, он застроен металлом. А, именно застроен прям? Да. Значит, она сама по себе развалится. Так. Вот интересно, будут они возвращаться или нет? Может, имеет сейчас паре-тройки человек сходить к Славику построить там рейд-будку? Потому что с такими читаками без будки как-то грустно. Буквально минут 10 подождем, вот, вернутся они или нет. Вряд ли. И там уже будем решать. Все, Рекрос, операция выполнена. Ты не заберешь, Олег. Я сомневаюсь, что они прибегут. Молодец. Mission complete. 1500 дерева и бронька. Окупился. А то. И это в плюсе вообще. Пару пуль. Все, все здесь? Да. Не надо. Че, все с калашами? Пошли. Че ты купил? Рекрос, бери калаш. Я хотел с ускорителем попробовать. Ну че, пули в разброс будут у тебя. Я первый. Я с ускорителем. И с лазером. На клаше. Да ладно, адекват что ли успел? Ничего. Ничего себе. Надо, записали весь этот день в календаре у себя там. Адекват вовремя. Лично. Бля, я голодный. Как всегда. Если уж успел, то точно накосячил. Похуй, мне 15 пришло. Сейчас идем проверять, как стреляет Славик. А если там такой же сидит, я херею. Не, Славик не такой. Слава не может быть. У него такой макрос и максимум. Он не такой. Такой. Блять, нет. За кем собака встанул? Да, она уже полагала, блядь. Ой, она сильно полагала. Рекорд, тебе жопу оторвут. Ну нахуй. Ну, нахуй. Он мансует. Я хотел по-мирному. Я без патронов вышла, я дебил. Я повторила подвиг адекватно. Так, да, там. Давайте скинемся ей маленько. Только не с горы, твою мать. Бля, у меня есть лишнее, 94. Хрена. Отлично. Ну, честно, решилась проблема. У меня два стака с собой, в общем. А лишней еды нету у тебя? Так много-то? Не, еды нету. Да я с дома с болта стрелял. Запасся сразу, чтобы не бегать туда-сюда. Мы молодцы. А котелок с собой? Котелок, блядь, выложил. Мы же не против четверо идем, мы же против Славика. Это же Славик. А Славик не такой, блядь. Так подождите, ребята, это его база? Да. А это его башня? Да. А чё у него? Я думал, у него больше хата. Нет. Нет. Чё это за говно? Вопрос намечается такой, да? Назревает. Выходи. Железные двери. А сих у нас 15 штук. Можно просто все двери рвать. Лава, выходи. А чё на крыше у него? Не дерево? Нет, там железо в середине, потолочек. КПП. Ну и плюс башня. Ребята, алё, блядь. Да башни нету, вот она, стоит огрызок. А вон та, чья башня, уже оттуда стрелял. Вообще неизвестно. Вчера отсюда стрелял. А вот спит кто-то. Подожди, ну не надо, Тер. Не, ну, блядь, через текстуру не стреляется. Где Ник там, да? Залез на Ник непонятно какой-то там. У кого билда с собой? Нет. Вот, у кого билда? Иди проверь, где можно построить кибитку. Вышел! Где вышел? Крыша. Минус. Добил. На. Славка тут. А вон сзади его дома есть. А этот. Шкафа здесь нету? Вот недоступен? Сзади дома шкаф есть. Открытый. Да, ну, кстати. Авторизуйся в нем. Давай. А, зачем даже? Даже не нужен. Так зачем он не нужен? Почему не нужен? Вот. Мы его в часть дома захватим, нет? Ходит здесь? Открыл. Так, где ты, Мэтт? Я не вижу тебя. Стенки где? Слева. А, вижу. Вот. Вот это все. Чё думаете, у Славки там железо? Я думаю, мы можем
подстроиться на КПП и с КПП лупить в дом. С калашом, Славик. Подсадите кто-нибудь на КПП. Мне надо понять, как там. Нет, надо, чтобы сейчас Славика держали, и мы с тобой, наверное, отправились за ресурсами, Мэтт. Ну ладно. Кат устроить. Давай, давай. Ну ладно, мы вдвоем справимся. Водоворот. Так ты авторизуйся в той будке. Нет, в смысле, свой шкаф даст мне поставить. Этот шкаф. Вот, видишь? Чё ты там базаришь? Водоворот. Охуяли, я читер, я не читер. Ты чё пиздишь, нахуй? Я не читер, Славун. Въебай тут разборки со Славиком. Открыл. Славик. Славик, алё. Алё, Славик. Тоби пизда. Славик. Двери, двери, фидбукле. Куда меня читером называют? Слава, слава, слава. Не ставится! Мэтт, у меня билда не бьет. Подожди. Слава, слава, слава. Билда не бьет? Да. Отойди тер. Да, конечно, без проблем. Так, Мэтт, блин, а если у него каменный дом, ребят, мы его реально снесем? Этот дом под ноль. У него квадрат один. Блять, меня свалили, ёпта, где все-то нахуй? А мы его до сих пор левая видим. Сторона. Ну еще окна есть, что ли? Грин и Роу. Да. Попал в него, попал. Дом живой соседний, алё. Про... Как он разрушенный. Залутайте. Нет, меня. Мэтт, дай дерево. Дай дерево, Мэтт, маленько. Я спальники, ну, крафчу. Ты залутал, да, меня там? Да. Красавчик. Чё, 14 часов. А, у меня соседний пишет, где этот деклад. Слева. Дал хит. Дал точку. Минус. Упал. Тычку дал. Ага, минус. Давай. Так, в берданку уложу. Ой, вложу. В кого-то уложу берданку. Что ты? Калаш, патронов нет. Репор, сука, блядь. Кто читер? Собрал. Кто? А, ты по-русски разговариваешь, дружище. Славик, это я тебя называл. Уёбок. Это Гуд не забрал. Славик, это другой человек подошел. Откуда ты Славик, знал, что ты будешь Славиком? Выходил? К нашему дому. Да пошел ты, будешь Славиком. Сука, он бегает, базарит, короче, а его хату разваливают. Домашние фрики, блядь. Жесть. Я служил в ВДВ. Ой, читер. Да я, не знаю, да все, забейте его с чатом, ребят, забейте. Чё говоришь, Дрозд? Дрозд. Чё говоришь? Читер ты. Я читер? Ну, дружище, если у тебя есть ВХ... Тогда ты увидишь, где у нас все лежит и как все будет. А так, да, хорошо. Успехов вам, давайте начинать. Все на третьем этаже, блядь, и так видно, блядь. Конченый. А я думаю, знаете, как надо сделать? Сложиться в ящики и кинуться. Ну, как бы с это на нас. Ну да. На эту рейд-будку. Ну, в принципе, да. Ну вот, поэтому мы сложимся и все. И мясо здесь останется. Ой, всадил был. Блять, я минус. Читаки. Читаки. Все, кранты, ребят. ГГ. Я так и знал. Я их высматривал. Не было никого. Откуда он, алё, блядь? Они сверху с горы пришли. Никого не вижу. Я сзади. Че, он через карту испарил? Бонни Сакур, да. По мне стрелят болт. Че, их нету там? Нету их там, и ракеты все забраны, да. Я тебе могу сказать, круто. Что он летел через карту. Мы смотрели. Летел? Туда. Его не было, он не уходил. В смысле? А смотрите на времянку их. Кто по времянке их стреляет? Дрозд, ты по кому? Там он за сосной. Вверх, вверх. Это я, черт, это я, вверх. Это я. Все. Я бегу к нашим трупам. Что за сосной? Дрозд, там нет никого. Там есть. Бич? Да, ну хоть по бичам пострелять, чем еще. Я наверху. Блядь, он не как уходил они... оттуда. Все залутали, да? На самом верху наш? Да, мы. Да, 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 да. Ну и что, блядь, я тут же выбежал. Алло, как они могут быстро уйти? Я тебе... Между этих кто бежит? Гор. Я прыгаю. Я тебе больше скажу, у нас просматривается все, кроме вот да. этого маленького пригорка. Он бы не мог уйти никуда. Мы его не увидели. Он просто ушел под карту. Пиздец. Зяблик, блядь, ебучий. Найс официальные серваки.
Блять. Я в пизду ебал этот сервер, никогда больше на него играть не буду. Да на любом официальном сервере будет как хуйня. Но так, не, вот это на Ростофилде такая хуйня. С флайхаком, блин? Это вообще уже перебор. А почему на других не будет такая? Кто погорит? Ну потому что... Я. Мы здесь, я иду к их, блядь, времянке грёбаной. Тоже. Печально. Нет, я много хуйни повидал, но чтоб так, это уже совсем перебор. Ну да, во времянке их нету. Давайте собираемся возле времянки и идём тогда к этому, к их дому. Ладно, идем тогда втроем. Уже дом практически. А дай мне надеть. Причем то, что у него флай, подтверждает еще и то, что они появились ниоткуда. Да, так и было. Я бежала на альте, их не было. Я смотрел тоже на альте. То же самое. Так же. Добро пожаловать в Раст. Втроем, может, но точно не пропустили бы. Ну. Они не застроили хату, what the fuck? Чуть мне кажется, они в другом месте уже живут, блядь. Угу. Да. Тихо. Тихо. Ходят в доме. Справа в печке. Да, вижу его. Но надо в упор стрелять, на расстоянии не вариант. Железная дверь в печках. Вход один. Топает во втором доме в основном. Открывают. Пароли у него не введены. Это я. Угу. Блять, я калаш не достану. Пока не достаю калаш. И не высовываемся тогда на тоже. Окна, не смотрим. Не смотрим на окна. Угу. Именно дома, я имею в виду. А они знают, что мы здесь. Ну, блять, я понимаю, но все равно. Я-то этого не знаю, блять, то, что они нас одна знают уже. Тихо-тихо. Вот как начнет топать где-то по земле. Пропрыгивают. Люк, крыша. Крыша. Все, я минус сразу. Нет, пизда, да. Минус один. Молодец. Молодец. Адекват мой. А все, минус я. Сбег поляр. Имеет смысл? Блять, это первый печальный конец у меня, блять. На сезоне. Просто what the fuck. Тогда я вижу только один вариант. Они по-любому пойдут в рейд на нас. Вот, поэтому выкидываем весь лут. Сейчас единственное, я поставлю армированные двери. Вот, снова. И пускай они столько же ракет въебут на наш дом. Армируют сколько, просто все. Сколько мы отдали им. Он голый, без брони абсолютно, да, вышел. Да, и все. Конечно, пофиг абсолютно. Как он вышел, если мы выпалили? Не, ну в принципе у нас тихо, по сезону как бы остался только Славик. И все. Че, повезло Славику. Везучий Славик. Пусть дальше собирает свое. Русская, да, комьюнити. Слава Славику. Слава Славик. Что ж, дорогие друзья, на этом 51 сезон мы заканчиваем, потому что идти фармить серу на ракеты и так далее не особо хочется. Да, некоторые из вас могут сказать, зачем мы пошли родить Славика, когда у вас за спиной, в принципе, читаки, но здесь уже либо рисковать, либо не рисковать, потому что они бы, ну, я готов поспорить, завтра у нас хаты не будет, так же, как и всех этих ракет. То есть они специально уже построили кабинку, ну, сами все видели, а чтобы не давать нам вообще никуда выходить, но мы дошли, построили редбудку нормально, а у них СВХ показало, что мы, типа, это, ракеты несем, причем до хера. Поэтому я думаю, что ребята были правы по поводу, что у них флайхак, так как они появились реально из ниоткуда и исчезли просто навсегда, да, с рифмом так. То есть они вот сидят сейчас в своей печке там и ждут, пока, не знаю, мы в офлайн уйдем, потому что, ну, в принципе, читака убить можно, тем более адекват вынес его на этой крыше. Ну, как бы на, не то чтобы на изи, он просто пока там отвлекался, вот, он его вынес. Так что повезло Славику, ничего не скажешь. Они там что-то написали о том, что ждут меня все, чтобы начать рейдить там, и я снимал контент. Нет, ребят, на этот раз вам повезло, и я не буду снимать этот контент, потому что, да. Не волнуйтесь, за вами они тоже придут, и вашу хату нахрен разнесут, потому что ракет у них достаточно. Потому что я не знаю, на самом деле, они, может, и, я просто про читы не в курсе, может, и показывают все-таки, что находится в ящиках, и поэтому они даже не пойдут нас рейдить, если какая-то херота есть. Но флайхак, конечно, это было
довольно-таки удивительно, но это полюбасу он был, потому что они не могли так исчезнуть, тем более они живут очень далеко, и мы бы по-любому их нагнали. Вот, так что впервые, кстати говоря, хочу сказать, что мы печально заканчиваем сезон. Ну и прошлый сезон, если вспомнить, мы и с читаками воевали, и с макросниками, ну вот, и побеждали даже, а здесь уж слишком что-то жестко. Вот, все, ребята, на этом сезоне я заканчиваю. Всем до встречи и всем пока. Пока-пока. Я не могу по нему попасть. Я не поворачиваюсь. Просто ничего за жесть. Я не поворачиваюсь, сука. Еще один патрон. Ой, это жесть. Ой, блядь. Просто сжег, блядь. Ладно, погнали. На нахер. Брынь-брынь.